Продрогшая собака лежала на снегу, согревая крохотных котят. Сама собака продрогла и дрожала от холода, но отчаянно пыталась согреть своим телом пять маленьких комочков. В холодный снежный день жительница Онтарио, Канада, заметила с дороги продрогшую собаку, которая лежала в снегу, свернувшись клубочком. Только приблизившись, она заметила, собака согревала своим телом пятерых осиротевших котят. Собака спасла жизни малышей, ведь без нее они давно бы замерзли. Женщина связалась со спасателями, и животных забрали в приют Pet and Wildlife Rescue. Уже там сотрудники обнаружили удивительную связь между собачкой и котятами. «Эта история удивительна», — говорит сотрудница приюта. «В ту ночь было очень холодно, и котята чудом выжили». Как верная спасительница, собака не отходит от своих котяток, нюхает и проверяет, все ли с ними в порядке. Сами малыши теперь в полной безопасности, но им требуется лечение от блох, чем приют уже занимается. Сейчас сотрудники ждут, не объявятся ли хозяева животных. Если этого не случится в скором времени, для котят начнут подыскивать передержку, а для собаки-героини – постоянную семью.